Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы играем в Sniper 2. Какой там убийца в тени или чего он там. Итак, один игрок. Основная компания. Продолжить. Никого не бросать. Акт 1. Дислокация Филиппины. Время 6:00 по местному. 6 дней назад. Ну давай, расскажи нам. Что у тебя 6 дней назад было? Ну, это уж твои проблемы. Никого не бросать. Пробегайся вглубь материка, Рейзер. Принято. Смотрю, какое оружие у меня есть. Понятненько. Это я на материке уже. Прекрасно, прекрасно. Так, и что мне тут? Где-то уже люди торчат. Юниформ, пляж очень хорошо охраняется. Можете подсказать альтернативный путь к цели? Прием. Не можем. Также рядом с деревьями мы фиксируем тепловой сигнал машины. Тебе необходимо прорваться сквозь позиции противника, не поднимая шума. Да, конечно. Отлично. Подожди. Остановись. Стой, я сказал. Как далеко ты идешь? Так. Где-то еще, да, есть? По карте показано, что есть. А где? Не будете ли вы так любезны показаться? О! Подожди. На. И вон он один. Давай. Отдышись. На. Все тепловые сигналы в доме уменьшаются. Попробуй занять станцию. Понял, работаю. Мне что-то нельзя спуститься. Кажется, они заправляются. Наши ребята переместились? Прием. Никак нет. Контейнер и команда на месте. Так, блин. Кто у нас здесь? За углом стоит. Не вижу, не вижу пока никого. Кто-кто в теремочке живет? Не показывается, да? Вот он. На, куда-то, в шею. Ну, вроде неплохо. Кто-то скажет, что-то негуманно, что мог бы обойти. Скрытность, ни хрена. Ну что, скажите, с ножами я его должен был резать. Лежит голубчик, вот он. А я тут хожу, как у себя дома. Контейнер прибывает в гавань станции канатной дороги. У тебя есть шанс немного сократить расстояние. Принято, юниформ. По канатной дороге? Не глаз. Я спешу изо всех сил. Если по канатной дороге, то да. Ай-яй-яй-яй. Сюда. Ух. Пробежался, как астматик стал.
Мне куда? По какой дороге-то? Хоть пальцем ткните. Вот так. Сюда, значит. Внимание! Беспилотник засек слабый сигнал. Вершина скалы на 12 часов. Понятно. Вот это-то подстава была бы. Так, незаметно доберитесь до бункера. Понятненько. Его могут другие, да, видеть? Блин. Вы все друг друга видите, я так понимаю. Так. Эти двое пока лясы точат. Да нет. Нет же. Не заметил пропажи бойца. Максимум аптечек. Вот посюда, да, я должен, я так понимаю. Специально для меня тут проложили. Вот так, потихонечку, помаленечку огибаем. Стрелять не обязательно. Ну давай, покажись. Ну высунься хотя бы. Вот так. Можешь выдвигаться, Рейзер. Да, я знаю. Я обошел Рейзер, и потом Сертекс перебил их. Множество враждебных целей. Принято. Есть способ пройти, не прикрывая самому себе задницу, а? Преодолей ограждение справа и ожидай инструкции. Мы выбираем маршрут. Преодолей. Прежде чем что-то делать, убедись, что полностью контролируешь ситуацию. Влево идти нельзя. Все открыто и много врагов. Можешь подобраться к утесу справа и подняться наверх? Не могу. Путь блокирует два врага. Блин. Хоп. Вот и все. Поднимайся на утес. Там можно легко укрыться в листве. Ты меня не видишь? Нет, не буду стрелять. Я то в прошлый раз стрельнул один раз. На коне падлы как-то умудрились подняться же еще. За столь короткий срок.
Давай, 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 давай. У тебя на пути одиночная цель. Ее нужно уничтожить. Ну, ради бога. Хоть одиночная, хоть не одиночная. Зона слева от меня все еще недоступна. В северо-восточном углу станции находится зона складов. Твой маршрут пройдет через нее. Понял. Придется снять двухчасовых. Понял. Придется, так придется. Двухчасовых. Так, 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 так. Даже церемониться я не буду с ними. Все сделал. Давай сюда. Лезем. Куда ты меня ведешь? Блин. Давай сюда. Потихонечку, помаленечку. Не забывайте, у меня пистолет есть. Говори 32. Я страшен в гневе. Я над станцией канатной дороги. Вижу движение на той стороне. Принято. На нашем видео различимы часовые на своих постах. Сними верхнего часового. Затем выходи. Хорошо, принято. Путь один. Подойти к правому краю утеса и спрыгнуть. Там глубоко. Вода смягчит удар. Отдышивайся, отдышивайся. Смотрите-ка, наблюдатель, уратор. А вот и самый опасный. Район свободен, продолжай движение. Давай, продолжаю. Свободен. Твою мать! Твою мать! А меня видели, засекли что ли сразу? Вот прям махом засекли, да? Не вижу его. Так. Где у меня бинокль? Что-то не замечаю. Где-то он там, да, сидит? Еще немножко. Вот так. Диас, за это с тебя серьезно причитается. Теперь там спокойно. Рейзер, доложи обстановку. Немного круче, чем я ожидал. Но жить буду. Рада это слышать. Плыви к пляжу. Прекрасно. Хрен там, не посюда. Сейчас катер еще выйдет. Без него никак. Так, ну по крайней мере я хоть не зря перебил. Вылазь, не бойся, тут никого нету. Так, 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 так. Что здесь? Ничего.
Вот так вот преодолели огонь, воду, медные трубы нахрен. Отдышался? Пойдем. Там тоже никого, тоже подчистил уже. Все для тебя. Рассветы и туманы. Сюда, сюда. Ух ты. Ух ты. Мне сейчас на ходу придется стрелять. Пора уже запускать это шоу в эфир. Давай. Что-то меня никто не встречает. Что за безопасность такая? А вот. Кто-то был. Бам. Мы проверили район вокруг твоей позиции. Положение противника будет на твоей мини-карте уже сейчас. Понятненько. Ой. Давай-ка вот так вот. Вот он ты, голубчик. Какой нехороший. Подглядывает. Так. Курение убивает. Вот и все. Думаете, этот тростник меня остановит? Нужно прибавить ходу. У нас очень сжатые сроки. Мы должны вернуть патоген любой ценой. Глупое замечание. Скажите, как это понимать, капитан? Да, я понимаю всю важность основного задания, генерал. Только в этот раз обеспечьте нам спасательную группу. Я намерен вытащить отсюда всех наших людей. Ну, или вторичные элементы задания, если по-вашему. Любой ценой. 32-й, конец связи. Вот так вот и надо с ними разговаривать, а то уж распоясались. Нюх потеряли. Так. Как вообще на этом острове знать, где что находится? Остров, ё-моё. Остров. Нахожусь у цели. Что видно? Доложи обстановку, Рейсер. Видишь приоритетную цель? Прием. Не-а. По крайней мере, пока. 31-й. У вас на 6 часов вертушка. Держитесь ближе к земле. Вертушка села, вижу Калалу. Никаких следов Меринова или контейнера. Юниформ присутствия союзных целей подтверждаю, они в порядке, но под сильной охраной. Движение у взлетной полосы на востоке. Так, вижу приоритетную цель. Сообщаю, в настоящий момент контейнер погружает в самолет. Может, по контейнеру ударить надо? Черт. Думаю, наших парней не собираются забирать вместе с контейнером. Прошу разрешения вывести наших людей. Отказано. Основная цель патоген. Людьми займемся после того, как он будет у нас в руках. Что-то, я думаю, не дойдет дело-то до них. Я лучше представляю себе положение. Официально заявляю, что нам следует вывести своих людей и перехватить самолет в воздухе. Запрещаю. Нам не о чем производить перехват. Это прямой приказ из центра спецопераций. Выполняете задание. Как так нечем? В Николса попали. Черт побери, они убирают своих.
беззащитен, его надо прикрыть. Давай. С тебя пиво. Два раза. Блин, мимо. На, в жбан. Уже четыре. Так. Куда же ты бежишь? В дом? Подожди минутку. На. Да как так-то? Я ему в шею попал только что. Короче, ящик пива. Вот это, я понимаю, хороший подсчет. Куда он направляется? Говорит Диас, AC-1337. Меня кто-нибудь слышит? Говорит Razer 32. Чертовски рад слышать твой голос, Диас. Аналогично, приятель. Я хочу отсюда выбраться. И помощь мне не помешает. У меня ржавый автомат и горсть патронов. На берегу чисто? Нет. Ясно, значит, отрезан. Хорошо, я в пути. Давай, где ты? У тебя потерять. Меняю позицию. Держись. Понял. Поспеши. Поспеши. Мне потом отдышиваться там надо будет, как черт знает что. Так. Минутку, подожди, жди. На. Прикрой меня. Все. Мне нужно прикрытие. Подожди. Нормально все будет. Неси. Ой-ой-ой. Я уж даже не знаю, бочка у тебя там взрывается или нет. Машина на востоке. Быстро приближается. Так. Хватай гранатомет. Молодец. Это выстрел. Прям как нокаут. Самолет взлетел. Твою мать. На кого что рассчитывали, если... Меня за это выдерет. Один снайпер. Все это плохо кончится, прям как в Сараево. У целой армии самолет угнать. Диас. Ну что, идиоты? Нужно спуститься с утеса. Встретимся в 500 метрах к западу. Хорошо, понял. Гоу. Спасибо, друг. Главное, выберись оттуда. Понятия не имею. Что за идиоты послали снайпера, который бьет издалека? Угнать самолет у целой армии. Вы идиоты. Это абсурд. На, по зубам. Нормально. Что, пытать? Здорово. Так. Уйдите от погони. Подождите, подождите. Давай, я бегу я. Спрячу за камень. Ну давай, исчез из видимости. Вернись к указателю цели. Блин. Успел вернуться. Бегом! А я, оказывается, круто, раз против меня танки высылают. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!